Пигмент ПБ-36. Пигмент синий, 36-й. Это церулиум. Многим он известен. Некоторые производители предлагают вместо этого дорогого пигмента дешевую альтернативу, сделанную на белилах и фталцианиновый синий. Кому-то даже такая смесь нравится, потому что она обладает довольно большой яркостью, кроющей способностью, и если ею покрасить небо, то небо становится очень радостным. Как и всякая кобальтовая краска, церулиум склонен к грануляции. Это кроющая краска. Она исключительно стойкая, потому что пигмент имеет минеральный состав. На него не действует ультрафиолет, и если вы пользуетесь церулиумом, то можете быть уверенным в том, что ваша работа может сохраниться на очень долгое время. У Пинокса цвет церулиума очень насыщенный. Сейчас мы проверим его кроющие качества. Да, вот мы видим, что он перекрывает черный цвет маркера. Сам по себе оттенок обладает таким сине-зеленоватым смещением. Проверим, как он себя ведет на влажной бумаге. Краска набирается очень быстро. Он не очень торопливый, но тем не менее смещается достаточно хорошо. Когда вы видите вот такие растекания к влажной бумаге, вы можете оценить тонкую фракцию в помоле и пропорциональное соотношение тонкой и крупной фракции помола пигмента. Здесь мы видим, что тонкая фракция она сдвинулась, но не очень сильно. Значит, пигмент помолот достаточно равномерно. Помимо того, что эту краску можно использовать в том виде, в котором она существует, то есть просто пользоваться тем, что она насыщенная, теплая, голубая краска, мы можем составлять очень сложные замесы, смешивая между собой цвета, например, кадмий-оранжевый, нейтрализуя синий с оранжевым, будут создавать менее насыщенные оттенки от сине-фиолетовых до тусклых красноватых. Сам замес будет склонен к грануляции, он будет более светлым и более цветоносным и цветным по сравнению, например, при подобном замесе с ультрамарином и кадмием оранжевым.
То есть здесь замес получается более открытый, светлый. Также можно смешивать эту краску с охрами. Будут получаться такие спокойные, благородные зеленые оттенки. Которые за счет грануляции будут создавать интересные фактуры. Такие фактуры применимы для изображения зелени, кроны деревьев, света на траве. Там, где вам нужно получить не равномерно ровный слой краски, а какие-то вот текстурный узор. Если при помощи таких замесов изображать кроны сложных деревьев, то краска сама, самоорганизуясь какие-то структуры, будут создавать ощущение сложной листвы. Также интересно такие цвета смешивать при добавлении железновыкисных красных. Синий будет нейтрализовываться. Красные составляющие пигменты, и будут образовываться такие вот сероватые оттенки, скорее от сине-фиолетовых до тусклых красноватых. То есть похожее поведение на смесь с кадмием оранжевым, но более спокойный по тону и по цвету. У ультрамарина есть проблема смеси с железноокисными красками, химическая. У кобальтов таких проблем не существует. То есть кобальты совершенно спокойно можно смешивать с железноокисными. Это не повлияет на стойкость смеси. Церулиум у некоторых производителей делится на зеленого оттенка и синего оттенка. У пинокса это скорее синий оттенок, то есть он такой вот цвета весеннего неба. Если мы попытаемся сравнить его с другими производителями, то есть вот, например, зеленого оттенка, он чуть-чуть более теплый, более серый даже. У пинкса получилась краска очень яркая, насыщенная. Интересно смешивать также, например, с каштановым переленом. Тоже будет получаться интересные фиолетовые замесы. Которые будут выглядеть очень благородно. Потому что они не будут терять цветности. Если получить подобный оттенок, смешав, например, железноокисную и черную сажу, то цвет получится проще. В данном случае за счет сложной грануляции оттенок получается богатым и интересным. Я не люблю смешивать цирулиумы, вернее, использовать цирулиумы в чистом виде, потому что их цвет, он выглядит немножко покрашенным таким, потому что краска очень интенсивная, плотная, но в сложных замесах эти цвета получают совершенно другие возможности. В частности, если смешивать, например, с прозрачными перолами, перол оранжевый, то сочетание гранулирующей прозрачной краски позволит получить оттенки, обладающие новыми нюансами, отличными от кадмио-оранжевого или железноокисного.
Краска получилась очень хорошая, мне понравилась. Напоминаю, ПБ-36, цирулиум.